И вдали от родины можно обрести второй дом. Так считают все члены сирийского землячества в Татарстане. Подобные встречи для них нередки. Сирийцы стараются как можно чаще проводить вместе свободное время, отмечать значимые для них даты и религиозные праздники. Сирийское землячество – самое молодое среди всех общин, которые входят в состав Ассамблеи народов Татарстана. 9 декабря 2010 года во время проведения в Альметьевске выездного заседания Совета Ассамблеи в ее состав единогласно была принята новая общественная организация. Сирийцев в республике 127 человек, и все они знают друг друга. Это все организации, которые в Ассамблее народов Татарстан, они именно цель у них показывать культуру, показывать, как люди живут у них, например, воскресные школы, которые у них здесь. А у нас еще наша организация молодая немножко, мы сирийцев здесь все, можно сказать, один семья. Мы по-хорошему и по-плохому мы все вместе. Я могу сказать сам и любой сирийц из, вот, из моих друзей, что у меня здесь есть 127 брат здесь. В республике Татарстан. Насчет организации, которые другие, они, я сказал, они показывают культуру. И этот вопрос меня задавали, когда я поступил, когда наша организация поступила в Ассамблею народов Татарстан. Я сказал, наша культура, я буду показывать, что у нас ни один сирийц преступник, что у нас ни один сирийц не живет нелегально здесь в России. У нас все учатся хорошо, по хорошие приглашения, по прописке, по легально, кто работает, работает официально. Вот это наша культура, которую на самом деле я хотел показывать именно здесь. 95% сирийцев в Татарстане – студенты. Они учатся в разных вузах республики, но больше всего их в Казанском медуниверситете. Профессия врача в Сирии – одна из самых почитаемых и хорошо оплачиваемых. Образование в России и СССР уже получили более 35 тысяч сирийцев. Президент Сирии Башар Асад назвал это прочным фундаментом отношений между двумя странами. Выпускники российских высших учебных заведений работают в разных отраслях сирийской экономики, здравоохранения и науки. И сами преподают в вузах. Так, в Дамасском университете среди преподавательского состава более половины обладают российскими дипломами и имеют ученые степени. Одной из самых непростых задач для сирийских студентов было выучить русский язык. Именно этому они полностью посвятили первый год обучения. И сегодня уже неплохо говорят по-русски. А вот в установлении контактов и новых знакомств проблем не было. Большинство сирийцев, так же как и татарстанцев, исповедуют религию ислама. Многие представители этого народа в республике женились на наших девушках. И это не считается необычным явлением. Саму Сирию можно назвать страной светской. У нас Сирия – это не строго, у нас не существует строго мусульманский закон. У нас свободная страна в плане религии. В смысле, и существуют и мусульмане, и христиане, и другие. Соответственно, можно найти все виды. А по отношению к мусульманской религии, она как бы не сопротивляется, она не против, чтобы мусульманин женился на другой национальности, либо другая вера, хоть христианка или еврейка, не имеет никакой разницы, и при этом сохраняет свои обычаи и религию. Как бы мусульманская религия не против этого. Поэтому она живет по-своему, по своей культуре, своей религии держит, абсолютно не против.
Небольшая часть населения Сирии – христиане. Эта страна сыграла важную роль в истории христианства. Сведения об этом есть в Библии. Ислам в Сирии был принят в 661 году, как раз тогда, когда Дамаск стал столицей арабского халифата. Сама же история сирийской цивилизации восходит к 4-му тысячелетию до нашей эры. Она стала колыбелью многих мировых культур. Например, именно в Сирии впервые появилась угаритская клинопись и финикийская письменность. Среди деятелей науки и искусства наиболее известные Антиох Аскалонский, Тит Ливий и Плутарх. Сегодня Сирия – многопартийная парламентская республика с населением около 20 миллионов человек. Глава государства – президент. Он избирается на 7 лет. Количество сроков не ограничено. Он также обязан быть мусульманином. В Сирии бесплатное образование и здравоохранение. А средняя продолжительность жизни – 70 лет. Однако в последнее время в стране напряженная обстановка. Члены сирийского землячества в Татарстане очень переживают за свою родину и ежедневно с помощью спутниковой тарелки смотрят новости и телепередачи из Сирии. А не так давно они вышли на митинг в Казани в знак поддержки своего президента и благодарности России и Татарстану. На этом мероприятии собралось около 70 человек. Мы собрались, как выразить наши чувства, наши слова перед этим, может, как бы дойдет как-нибудь. Потому что мы потеряли наше доверие в их. И даже в Организации Объединенных Наций, в Евросоюз, который долго на него многие из нас рассчитывали и спорили, и в его плестеше, и на него, и рассчитывали на него плестеше, это принципы, как свобода, прав человека и демократия, это у нас все уже в наших глазах уже потеряло свою законность. Мы хотим заново просто в узком круге сказать, мы хотим свою свободную Сирию. Все. Вот что было как самая главная цель из нашего митинга. Сирийцы – очень патриотичный народ. Даже за границами своей страны они в курсе всего, что в ней происходит. Но чувства к своей второй родине также сильны. Я никогда не думал, что я в России буду жить. Даже об этом вообще у меня такие мысли никогда не были. После учебы в Сирии я поехал в Англию, там учиться дальше. И там у меня вообще, мне там ничего не нравится абсолютно. И решил обратно поехать в Сирию. Как я был в Сирии обратно, у меня был здесь двоюродный брат в Казани. И он мне рассказывал про Казань, на самом деле, что очень добрые люди, хороший город там, нас любят очень сильно, мусульман там очень много. И я решил сюда приехать. И на самом деле я приехал, я просто в шоке был. Огромная разница между Россией и Европой. Много людей говорят, Европа лучше или так. Я наоборот очень. Я очень много где бывал, очень много где жил. И я это сказал, когда нас приняли в Ассамблею народов Татарстана. Я сказал два слова, я их повторяю.
На самом деле для каждого мусульманина на этот свет есть второй дом, это Татарстан. Каждый раз, когда сирийцы собираются вместе, они обязательно готовят свои национальные блюда. В кулинарии всех арабских стран много общего, но у сирийской кухни есть и свои особенности. Есть разные виды фатты, но сейчас мы делаем фатты из курицы. Вот сейчас накладывают хлеб жареный. Вот, у нас мясо, белое мясо, вот. И здесь у нас есть мясо, которое состоит из молочка, обычно сметаны, и кунжутное масло, это лимонный сок, чеснок и бульон куриный. Это как бы смещается в разные порции, это на вкус как бы. И добавляется в конце, потому что, ну, как, чтобы не пропиталось заранее, жареный хлеб. Вареный там рис, который добавляется в блюдо, и в конце концов как украшает ее жареные орехи. Вот у нас здесь кеша с миндалем жареная. Ну, обычно ее жарят в топленое масло. Она более, как бы считается, более полезной, чем сливочная, и лучше, чем растительная. Самые популярные крупы в Сирии – пшеничная и рисовая. Как и во многих странах мира, там любят готовить макароны. Овощи и фрукты в Сирии растут круглый год. Абсолютно все виды, кроме тропических. Это обусловлено тем, что в разных частях страны климат не одинаковый. У моря он один, а ближе к северу – другой. В своих блюдах сирийцы используют много орехов. К мясу отношение особое. За столом у сирийцев не принято разговаривать. Беседы ведут, как правило, за пределами столовой. Сдержанность и скромность проявляются и в характере общения, и в одежде. Она не должна быть слишком вызывающей. В дни больших религиозных праздников, таких как Ураза-Байрам или Курбан-Байрам, сирийцы стараются посещать мечеть. Любимый храм в Татарстане – Кул-Шариф. Представители этого народа часто ездят к своим родным и близким на родину. И много путешествуют. Я много где бывал в мире, в Европе почти везде, где я бываю вообще, у меня еще в другие места есть много таких сувениров. Каждый город я люблю купить какой-нибудь сувенир, или чтобы вот этот город. Монако, например, вот Пиза, Парижа, это город в Италии, где был вулкан, как называется, Помпея, да. В Ливане, вот в Ватикане, в Перуджа, много где. И самое интересное, что я никогда ни в какой город бывал больше, чем полгода или 7 месяцев. Вот, а здесь в Казани я уже 7 месяцев, 7, 6 лет я уже живу. Это значит, что Казан лучше, чем где я бывал, это точно. Здесь нравится, здесь удобно, здесь все устраивает, короче. Многие сирийские студенты говорят о том, что когда-нибудь хотели бы вернуться к себе на родину, чтобы тот опыт и знания, которые они получили в Татарстане, привнести в культуру своей страны. Mm-hmm.